Главное событие прошедшей недели в календаре истории России – День памяти и скорби. В 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Ленёво вспоминали легендарный подвиг советского народа, сумевшего отстоять от врага родную землю. Поздний вечер 21 июня у стела на Аллее боевой славы у памятника живым упавшим воинам России ленёвцы зажигают свечи. Это многолетняя традиция, которую в поселке с уважением чтут. Традиционная наша свеча памяти происходит у нас накануне митинга, посвященного скорби и памяти 22 числа. Поэтому, как всегда, мы собрались здесь, устанавливаем надписи свечек «Мы помним», тем самым отдаем дань нашим предкам, которые стойко сражались за нашу Родину. Безусловно, это мероприятие у нас, конечно же, нацелено на то, чтобы молодежь, и сейчас она, как всегда, с нами присутствует, знала, чтила, знала историю свою, чтила подвиги наших дедов, которые погибали за наше мирное небо. Время не властно над памятью. Надпись на стеле подкрепляют расположенные у ее основания свечи, зажженные благодарными потомками. Через считанные минуты здесь можно прочесть «Мы помним». Слова из огоньков видны даже с неба. У подножия памятника живым упавшим воинам России ленёвцы из свечей сформировали фигурку звезды, символа солдат Советского Союза. Вечная память. Зажечь свою свечу памяти мог каждый. Акция длилась до последнего самостоятельно угасшего огонька. Утром следующего дня к памятникам был выставлен почетный караул. Вахту памяти традиционно в поселке несли кадеты. К аллее боевой славы стягивается народ, дети и взрослые, чтобы с горечью отметить 82-ю годовщину начала страшной, долгой, кровавой Великой войны. Все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, которая стала самым суровым испытанием для нашего народа в 20 веке. Но мы опять перелистываем страницы горькой истории тех дней и вспоминаем о ней. Память, она заставляет нас вновь и вновь обращаться к тем дням, неделям, месяцам, годам. Память. Никуда от нее не деться. Память, до которой можно дотронуться, и она отзовется, ответит. Память и надежда. Они живут всегда с нами и в нас. Пока жива память, живы и мы. 22 июня – один из самых трагичных дат в истории нашей страны. Наши деды шли в бой с мечтой о счастливом будущем для своих детей и внуков, для нас с вами. И мы должны исполнить их мечту, работать на созидание и делать жизнь лучше вместе, самое главное сообща. Эта дата – важное напоминание о том, как хрупок мир. Его нужно беречь и помнить, что любые конфликты – это разрушительное безумие, которое может сломать жизнь и благополучие целых народов, миллионов семей и изменить ход истории. Мы чтим память о наших героях. К сожалению, их становится все меньше и меньше. Сегодня наш мемориал дополнился памятной доской, на которой есть еще две фамилии ветеранов Великой Отечественной, которых больше с нами нет. Мы закладываем сад памяти, но это лишь малая часть. Сегодняшний день памяти и скорби наполнен особым смыслом. Россия снова противостоит агрессии Запада. Наши воины, участвующие в специальной военной операции, повторяют героический подвиг своих дедов и проявляют мужество и отвагу. Низкий поклон и вечная память всем, кто прошел через суровые годы Великой Отечественной, кто завоевал свободу ценой собственной жизни. Вечная память героям и победителям мы всегда будем помнить. Год 41-й. Ночь в начале лета. На сцене самодеятельный хор. Потом «Джульетта, о моя Джульетта!» вздымает руки молодой майор.
Да, репетиции сегодня затянулись. Но не беда, ведь завтра выходной. Спешат домой вдоль сладко спящих улиц майор Ромео с девочкой-женой. Она и впрямь похожа на Джульетту, и как Джульетта страстно влюблена. Год 41-й. Ночь в начале лета. И тишина. Такая тишина. Летят последние минуты мира. Проходит час. Потом пройдет другой. И мрачная трагедия Шекспира покажется забавной игрой. Знаете, дай Бог, чтобы вот эти события тех лет, они остались у нас в памяти, в стихах, в песнях, в книгах и кинофильмах. И не дай Бог, чтобы они повторились снова. Мы с вами просто обязаны не допустить этого повторения. Даже не ради нас с вами, а ради наших потомков, тех, которые уже успели родиться и которые еще не родились. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Много горя и бед принесла та война. Она ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Она коснулась всех и каждого. Но самое страшное — она коснулась детей. Война и дети. Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные рядом. Потому что дети рождаются для счастья и радости. Они рождаются для жизни. А война эту жизнь отнимает. 13 миллионов детских жизней сгорело в адском пламени войны. Их смех фонтаном радости не брызнет на мирное цветение весны. Среди них могли быть гении эпохи, прославившие наш 20 век. И просто люди, люди, а не боги. 13 миллионов человек. Тех, кто горшки из глины обжигают, хлеба растят и строят города, кто землю по-хозяйски обживают для жизни, счастья, мира и труда. 13 миллионов детских жизней, кровавый след коричневой чумы. Из прошлого глазенки сукоризной глядят нам в душу из бездонной тьмы. Минутой молчания почтим память всех, кто отдал свои жизни за нашу жизнь, за мир и счастье на земле. Секунд, в течение которых в голове вихрем проносятся мысли о поколении, на чью долю выпало неимоверное количество испытаний, боли и скорби. Мысли о своих героических дедах и о нынешнем непростом времени. Мысли о том, как хрупок мир. Возложением цветов закончилась официальная часть митинга. Земля моя, я сын твоих берез, я землю русскую от недругов сберег. Я отдал все, что в рощах золотых, вовек не замолкали соловьи.
По всей России в этот день не только возлагали цветы, но и сажали деревья. По задумке генеральных организаторов акции, должно быть высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. В Линьево решили высадить 20 саженцев. Эту миссию взяли на себя работники промышленного предприятия «ЛС Сибирь». Мы присоединились к акции «Сад памяти». В рамках «Сада памяти» по всей стране было высажено порядка 20 миллионов саженцев. Мы вносим свой скромный вклад и мемориалию на мемориале. В поселке Линьево мы высадим 20 саженцев кустарника, которые будут напоминать о бессмертном подвиге, такой зеленый памятник своеобразный, опять же в день, в честь памяти, в честь нашей благодарности за то, что люди сделали ценой собственной жизни, ценой лишений, но они этого добились и передали это нам. То есть огромное им спасибо. Спасибо. Зеленые насаждения – это память на долгие годы. Укоренившись и окрепнув, они будут оживать каждую весну, напоминая о торжестве жизни и о подвиге тех, благодаря кому она стала возможна, о миллионах людей, отдавших свою за свободу Родины и будущих поколений.